Я не вам дадут автомат потрогать. Пойдемте. Он до вертолета достанет? Да не, не надо. Да нет, пушка может наверное достать. Конечно. Можно это подержать второй раз? Давайте. Это я. Ладно, это чтобы весить на спину. На спину это. Вот эта вот веревка, чтобы весать на спину. Так. Тут автомат. Вот так вот. Вот, видишь, когда приезжаешь ленту, ленту сюда, этим на себя тянешь, заряжается. Пулемет только очень, надо другой да, стороны. Пулемет очень крутой, что да, когда-то вырастите, то с такими большими пацаны только бегают. Ну, это с такими. Ну, давай, Алекс, да, смотри. Аккуратно. Он у нас довольно быстрый, что стреляет довольно быстро, да? Ну, очень быстро. Там не надо каждый выстрел, да, сдержать. Знаешь, как он разбирается? Знаешь? Я тебе покажу. Смотри. На границе таких нельзя перевозить, да? Я в Россию много раз ездил. С папой. Это такой голый. Все, готово. Видишь? Угу. Можно еще это спросить. Да. Сейчас иногда легко уходит. А у вас патронов нет? Показать нету? Если найдем, покажем. Угу. Хочешь попробовать собрать? Нет. Thank you.